Две фуры с гуманитарной помощью выехали из Дагестана в сторону Украины. Продукты первой необходимости предназначены жителям городов Мелитополя и Бердянска. Дагестанская делегация сейчас находится в пути. Их сопровождает и наша съемочная группа. Слово Хамзе Нурмагомедову. Две груженные фуры готовы к отправке. В каждой из них продуктовые наборы. Всего более 3000 комплектов общим весом в 50 тонн. В одной коробке 8 наименований. Здесь и мясо, крупы, масло и другие продукты. Финансирование на себя взял местный меценат, гендиректор компании «Нива». Решение нашего директора собранием, он собрал весь коллектив. И его решение, он все, мы были все рады, что он принял такое решение. И всем коллективам вот здесь дружно, весело собрались, все это сделали и отправляем страдающему народу. Сегодня там не хватает вот этой первой необходимости. Организационные вопросы были переданы благотворительному фонду «Инсан». Именно с их помощью стала возможна отправка гуманитарного груза. У нас есть опыт работы уже. Мы уже не первый раз выезжаем с гуманитарной помощью. И это у нас уже четвертая поездка именно с гуманитарной помощью для беженцев. Прошлый раз мы выезжали в Ростовскую область, потом в Симферополь, Крым, потом уже в Украину мы заехали, уже на третий раз, можно сказать, в сам город Мелитополь. Это тоже у нас четвертая поездка, и я думаю, потому что нам доверяют, «Инсану» доверяют, и люди хотят с нами работать. Это уже четвертая крупная гуманитарная акция, организованная фондом «Инсан». Последний раз помощь была доставлена в Мелитополь. На этот раз дагестанцы планируют посетить и Бердянск. Организационный момент у нас очень все под контролем, как положено. Вот сейчас мы выезжаем уже с Дагестаном. После этого тоже мы курсы ставим каждым посту, и что едет вот так гуманитарную помощь, чтобы нам лишний раз не останавливали, лишние такие помехи, чтобы не создавал там, мы же должны вовремя предоставить. Сколько времени дорога будет длиться? Дорога, ну, если нормально ехать, полтора сутки с КАМАЗами, да, полтора сутки мы можем доехать туда, до Крымского полуострова. Ну, дальше нам надо что-то подождать, ждать, конечно, там, пока команда получит, когда можно заехать, когда готово дальнейшее сопровождение. Все под контролем. Это же у нас не первый, не последний. Уже сколько раз мы заезжаем, уже выезжаем. Ну, как-то уже нормально все, спокойно все идет, да. Все по плану. Хамза Нурмагомедов, Мурат Магомедов. Новости телеканала ННТ.